участник Барвихинского велопробега, велосипед «Салют». 25 лет он пылился в гараже Александра Макарова. Но теперь с появлением новых парков и развитием сети велодорожек хозяин готов вывести его на прогулку. Отправляемся по маршруту. Последние годы территория сельского поселения Барвихинское преобразилась. Здесь построены современные парки, детские площадки, зоны воркаута, велодорожки. Все для жителей. Причем сделано так, что, выехав на велосипеде из одной точки территории, легко можно попасть в другую. Насколько удобен маршрут для любителей двухколесного транспорта, выясняли активисты и администрация поселения. Хотелось вот этим нашим велопробегом или велопрогулкой, так сказать, здесь местные жители участвуют, старосты наших населенных пунктов, представить этот маршрут и показать, как прекрасно можно провести в субботние, воскресные дни, катаясь по вот таким прекрасным местам. И также в вечернее время все эти велодорожки, они освещены. Поэтому огромное спасибо всем тем, кто, так сказать, занимался этим вопросом. Спасибо огромное губернатору Андрею Ильичу Воробьеву. Вот за то, что сохранены эти лесные массивы. Съемочная группа не успевала перемещаться за участниками велопробега. Они гораздо быстрее доезжали из одного парка в другой. Причем не только успевали передохнуть, но и позаниматься спортом. Сегодня были приятно поражены тем объемом выполненных работ, той культурой, которую сейчас представляют из себя эти места. Мы в нашем поселении тоже заботимся об этих территориях. Мы производим ежедневные уборки, содержание этой территории. В общем, мы сами заинтересованы в том, чтобы здесь было великолепие и красота. И не надо верить тем, кто говорит о том, что это никому не нужно, это плохо, это вредно. Обратная реакция – все точно наоборот. Нашим старостам, нашим жителям деревень, особенно прилегающих к данным паркам, а это порядка 5 населенных пунктов, это все очень нравится, это нужно, это давно было нужно. Среди участников старосты деревень от их зоркого глаза не ускользает ни одна деталь. Все идеально, замечаний нет. Дорожки связаны в единую сеть. Перемещаться на велосипеде стало гораздо удобнее. Нигде не было никаких проблем. По пути следования мы останавливались на спортивных объектах плоскостных. Мы занимались на турниках, на брусьях, мы качали пресс. Были уникальные тренажеры, которые находятся возле деревни Барвиха. Приятно поразило, что и каждый тренажер оборудован QR-кодом. Мы подставили туда свои мобильные телефоны, увидели, как можно заниматься на этом тренажере. Действительно, некоторые тренажеры уникальны, мы не знали, как на них заниматься. Можно, но пройдя короткий инструктаж на своем же мобильном телефоне, сразу же все поняли. Велосипед Александра Макарова простоял в гараже 25 лет. За эти годы хозяин существенно прибавил в весе. Смеясь, он дает обещание избавиться от лишних килограмм. И в этом ему поможет верный друг – велосипед «Салют». Сейчас реализуется на территории Московской области и нашего поселения губернаторская программа «Активное долголетие». Я думаю, что здесь все условия у нас созданы, так сказать, для реализации к максимальным успехам вот в этой программе. Вот, мы сейчас, так сказать, вот въехали только в детский парк. Здесь огромное количество велодорожек, как я уже сказал. И я просто мечтаю, не мечтаю уже, я понимаю, что мечта сбылась, когда можно в выходной день всей семьей, там, с женой, с детьми, с внуками вот так вот выехать от дома и покататься. Не обязательно по всему там маршруту, он достаточно длинный такой и тяжелый, но прекрасное время. И плюс все дорожки освещены, в вечернее время здесь также после работы можно кататься хоть всю ночь. На маршруте среди старожилов не только техника, самому взрослому участнику велопробега 82 года. Михаил Александрович признается, настоящая его страсть – это лыжи, но и от прогулок на велосипеде никогда не отказывается. За людьми, за молодежью пригласили, вот и я решил по велодорожкам проехать. Проезжая по маршруту, участники велопробега успевали любоваться красотами родного края. 20 километров позади, финишная прямая, чай с самовара. Приятный бонус после поездки. Мы сегодня проехали порядка 20 километров. Это здорово для простого нашего деревенского жителя. Это
полезно для здоровья, и это нужно. Раньше здесь было всего лишь навсего в этом парке две богом забытые железобетонные тропинки. Сейчас их большое множество, здесь большое сделано благоустройство. Здесь можно велопробегами охватывать большие территории. Участники велопробега уверяют, встречи в таком формате станут традицией, а жители Барвихи теперь могут активно проводить выходные с удовольствием, гулять и заниматься спортом в парках поселения. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».